я не считаю себя счастливым человеком. Я просто считаю себя человеком, который в жизни делал и делает то, к чему всегда тяготела его душа. Вот. Хотя получается, что я занимался вещами весьма разнородными. Наше время, оно особое. Наше время неуютное и очень суетное. Вот несется все куда-то. А куда несется? Человек не должен так спешить. Он должен остановиться, порадоваться, удивиться и подумать. Потому что если он не будет радоваться, удивляться и думать, тогда зачем он вообще есть?